Туберкулез – широко распространенное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы микобактерий туберкулезус комплекс. Туберкулез обычно поражает легкие, хотя описаны случаи заражения туберкулезом других органов и систем, в частности почек. Классические симптомы туберкулеза легких – это длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканием, появляющийся на более поздних сроках. Субфебрильная лихорадка, слабость, ночная потливость, значительное похудание. Различают открытую и закрытую форму туберкулеза. При открытой форме человек становится опасным для окружающих, так как выделяет в окружающую среду микобактерии туберкулеза. При закрытой форме этого не наблюдается. На данный момент разработаны комплексы лечения туберкулеза, но они долговременные, более 6 месяцев. Соответственно, в основном уделяется профилактике и ранней профилактике туберкулеза. К профилактике туберкулеза относятся вакцинация детей вакциной БЦЖ, которая проводится на 3-7 день рождения, ревакцинация в 7 и 14 лет. Также проводится ранняя диагностика реакцией МАНТУ и диаскин тестом. Для взрослого населения оптимальным видом профилактики туберкулеза это прохождение флюорографического обследования не реже раза в год, а при наличии человека в группе риска по заболеванию туберкулеза и чаще. Область, которая занимается туберкулезом в медицине, называется фтизиатрия. Ее специалисты называются фтизиатры. Следует отметить, что факторы, вызывающие повышенную восприимчивость к туберкулезу, это ВИЧ, наиболее значимый на данный день в мире. Курение, особенно более 20 сигарет в день, увеличивает вероятность туберкулеза в 3-4 раза. И сахарный диабет. Также большое значение имеет локализация первичного очага. Поэтому не допускайте развития туберкулеза, если видите какие-то из перечисленных симптомов, таких как субфебрильная температура, похудание, длительный кашель, немедленно обращайтесь к врачу для прохождения флюорографии.